Признать человека нуждающимся в предоставлении социального обслуживания может только специальная комиссия. Специалисты рассматривают заявление и необходимый пакет документов, после чего принимают решение. Оказанием социальных услуг занимаются подведомственные учреждения и управление соцзащиты, Центр социальной помощи семье и детям и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Комиссия, признав вас нуждающимся в социальном обслуживании, выдает вам ИППСУ называем. Это индивидуальная программа предоставления социальных услуг, где мы прописываем подробно, какие социальные услуги гражданин нуждается. Составленная индивидуальная программа действительно в течение 3 лет. По закону получить перечень социальных услуг гражданин может на всей территории Нижегородской области. Возраст клиентов социальных учреждений от 3 лет. У нас много оказывается услуг, в основном, конечно, гражданам пожилого возраста и инвалидам, но также и дети мы предоставляем путевки. Сейчас у нас есть путевки в лагеря, особенно вот сейчас каникулярно, когда период наступает. Принимая решение о признании нуждающимся в предоставлении перечня социальных услуг, рассматривается состояние здоровья, материальное положение и другие факторы. Опыт показывает, что пожилые люди получают право на соцуслуги практически в 100% случаев, если у претендента нет индивидуальных противопоказаний. Дарья Цапарыгина, Максим Нифонтов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.